Приднестровских водителей начали штрафовать в Молдове за отсутствие молдавской страховки. Как рассказали сотрудники приднестровской таможни, сегодня на КПП «Варница» некоторых водителей из Приднестровья даже разворачивали. В приднестровских страховых компаниях подтвердили, к ним обратились десятки людей, кого-то в Молдове уже оштрафовали от 1,5 до 3 тысяч леев, кого-то пока предупредили. Приднестровская никогда не действовала на территории Молдовы, просто пропускали. И то это была договоренность просто на словах. А вообще по закону необходимо иметь было молдавский полис. Но они уже сейчас начинают, даже не с 1 июля, они уже сейчас недели 2 или 3 уже начинают штрафовать. Уже были случаи такие, да? Да, смотря какая смена. Вот. Это прямо на границе, на выезде из Бендер? Да, прямо на границе. А какой штраф, не знаете? От 1,5 до 3 тысяч лей. В другой приднестровской страховой компании подтвердили, за молдавскими страховками обращаются чаще. Такой слух пока полностью не подтвержденный, но люди уже берут. Молдавские полицейские у КПП «Бендеры» сказали, с 1 июля штрафовать будут всех. Так требуют изменения в закон об автостраховании. В Молдавском инспекторате общественной безопасности поначалу сказали, что ничего не знают. Извините, пожалуйста, но у нас нет пока такой информации. Никаких документов не приходило к вам? Пока к нам ничего не приходило. Через пару часов по другому номеру ответили, что действительно с 1 июля будут изменения и штрафы. Молдавская страховка на год стоит почти $100. Если объем двигателя 2 литра, то цена 1600 леев. Приднестровские страховые компании продают молдавские страховки от 1500 до 1650 рублей. Страховки для езды по Приднестровью раз в 6 дешевле. Между Приднестровьем и Молдовой много лет было негласное соглашение, что в Приднестровье у молдавских водителей не требуют приднестровскую страховку, а в Молдове наоборот. Но с 1 июля Молдова решила отказаться от этой практики и решила штрафовать водителей из Приднестровья. В приднестровском МИДе сказали, что ждут разъяснений от молдавской стороны.